140 талантливых детей со всей области приняли участие в музыкальном конкурсе, посвященном столетию знаменитой оперной и эстрадной певицы Розы Баглановой. Ребята в возрасте от 7 до 18 лет соревновались одновременно по нескольким номинациям – фортепиано, вокал, баян, флейта и другим. Оперной певице Розы Баглановой посвящен целый ряд мероприятий, которые проходят по всей республике. Музыкальная школа номер 3 города Актобе также не осталась в стороне, организовав конкурс, отдавая тем самым дань уважения исполнительнице, завоевавшей признание в СССР. Профессиональное исполнение ребят слышно с первых нот. Все участники подошли к конкурсу со всей ответственностью. Нарядные костюмы и эмоциональная подача. Все это приводило жюри в затруднение. Выбрать лучшего было достаточно сложно. Жюри мы приглашены уважаемые педагоги музыкального колледжа, а также университета имени Жубановых. И, естественно, я думаю, что весь конкурс пройдет на должном уровне, и что, конечно, самое главное, чтобы это праздник прежде всего для детей. Самая главная для нас задача, чтобы дети остались довольными. Помимо ребят школьного возраста, в конкурсе приняли участие учащиеся музыкального колледжа. Таким образом, участники смогли не только выступить перед публикой, но и набраться опыта. Сегодня я буду играть в произведения казахских исполнителей Жаяу Муса Ахсиса и Дусикеев Ноктюрн. Сегодня приехали очень много людей с колледжей, с других школ. И я хочу научиться играть, получается, перед большой публикой, которая уже с опытом, и показать себя. Я учусь в детской музыкальной школе искусств по классу аккордеона. Учусь я 5 лет. Я буду исполнять 2 свои пьесы, и я рассчитываю на победу. Отметим, детская музыкальная школа номер 3 открылась в 2005 году. Работают в ней 50 преподавателей. Обучают на сегодня более 400 детей по 16 специальностям. Несмотря на то, что учреждение сравнительно молодое, имеет множество наград и грамот. Наши преподаватели являются лауреатами различных международных республиканских конкурсов. Вот недавно буквально у нас в Алмате тоже наш преподаватель занял 2-е место на республиканском конкурсе, тоже посвященный Розе Баглановой. Мы гордимся такими достижениями. Наши учащиеся являются лауреатами различных международных, областных, республиканских конкурсов. Организовав конкурс, руководство школы рассчитывает, что у ребят появится дух соперничества, что позволит им со временем нарабатывать все больший профессионализм в исполнении. К слову, в завершение все участники были награждены грамотами и подарками. Динара Абдуалиева, Азамат Сауханов, телеканал «Актобе».